Наши чувства Блаженный Дядух Что зрение и вкус и прочие чувства рассеивают память сердца, когда пользуемся ими без меры, об этом первое возвещает нам Ева. Ибо пока не взглянула она на заповеданное древо сластолюбно, да то ли тщательно помнила заповедь Божью, чего ради, как бы покрываемое крылами любви Божией, не ведала она и ноготы своей. Когда же возрела на древо сластолюбно, коснулась его с великим похотением и, наконец, вкусила от плода его с неудержимым вожделением, тотчас восприяла склонность к плотскому самоуслаждению. И, как обнаженная, сочетавшись с сею страстью, все свое вожделение предала взысканию вкушения настоящих утех примесившие по действию видимые привлекательности плода к своему падению и падение Адама, вследствие чего уму человеческому стало затруднительно памятовать о Боге или о заповедях Его. Мы же всегда с непрестанную памятью о Боге, взирая во глубину сердца своего, будем проводить сию падкую на прелести жизнь, как слепые очами, ибо воистину духовному любомудрию нерассеянным свойственно сохранять непарительным, нерассеянным, присущий в нас позыв видеть красное, еже видите. Этому и многоопытнейший Иов научает нас, говоря, «Аще вслед ока моего, иди сердце мое». Также действование есть верный признак крайнего воздержания. Сосредоточить все духовные силы, ум, чувство, волю в Боге едином. Преподобный Иоанн Карпавский Чтобы не парить нам и не рассеиваться, прельщаясь суетностью, хорошо внимать пророку, который говорит идите, люди мои, внидите во храмину вашу, в храмину сердца вашего, сокрытую от всякого чувственного впечатления, воное обиталище, безобразное, осеваемое бесстрастием и осенением святой благодати. Затворите двери своя от всего видимого, укройтеся мало елико, ибо и вся жизнь человеческая мала и после сего прилагает «Донде же мимо идет гнев Господень?» Ибо и беззаконие, и, следовательно, и бесы, и страсти, и грехи — суть гнев Божий, как говорит к Богу Исаия, «Се ты разгневался, Иси, и мы согрешихом».